Добрый день! Сегодня хочу с вами сделать мясо с черносливом. Получается очень мягкое, очень нежное и очень вкусное мясо. Давайте начнем. Говядину режем на небольшие кусочки. Также нам понадобится чернослив, лук репчатый, паста томатная, масло сливочное и специи к мясу. Говядина у меня лыдочная часть, хоть оно дольше всего нуждается в термической обработке, чтобы стало мягким, но зато вот эти прожилочки потом станут такие как желейные и очень вкусные. Растапливаем сливочное масло и начинаем обжаривать нашу говядину. Обжариваем мясо с двух сторон, добавляем лук репчатый, резанный мелко, и обжариваем вместе с луком. Когда лучок станет золотистого цвета, уже такого приятного, аппетитного, можно добавлять все остальные ингредиенты. Добавляем 2 чайные ложки томатной пасты, чернослив и все специи, которые мы хотим. Все хорошенечко перемешиваем и томим под крышечкой в течение часа. Мясо потихоньку тушится, томится. Лук дал очень много сока, но если вдруг у вас попался лук суховат, можете добавить водички. Мясо полностью протомилось, готово, можно подавать к столу. Вот наше мясо и готово. Очень вкусно подавать с пюре, можно также с макаронами или с чем вам еще нравится. Мясо полностью пропеклось, очень мягкое, прямо ломается вилочкой, даже не нужен ножик. Всем приятного аппетита и всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на наш канал, с нами будет вкусно, просто и интересно.